Слушай, Ксюш, я нашел у себя в комнате какой-то странный ключ. Может, у тебя есть что-то, что им можно открыть? Да вроде нет. Хотя подожди, у меня есть дверь на задний двор. Может, вы там посмотрите? Дверь на задний двор? Ну да, у меня же самая крутая комната. Пошли. Ничего себе! У Ксюши есть задний двор. Вот это ей повезло с комнатой. Ой, Илюш, вот дверь. Пойдем. Точно, пошли. Круто. И куда мы его вставлять будем? Подожди, Никит, а это что за дверь? Так. А если повернуть? Подошел. Здесь без фонарика не обойтись. Сейчас. Иди первый. Никита, тебя здесь подожду. Никит! Илюша, тебе нужно это увидеть. Давай, Илюш, иди посмотри, что там. Нет, Никит, мне страшно туда идти. Лучше скажи, что там. Никит, что случилось? Почему ты кричал? Я просто кое-что нашел в вашем подвале. И хочу, чтобы Илюша это тоже увидел. А я хочу, чтобы Никита рассказал, что он там увидел. Потому что мне туда страшно идти. Никит, ну серьезно, расскажи, что ты там нашел. Нет, девочки, Илюша должен это сам увидеть. Так что держи фонарик, иди и посмотри. Девочки, а вы не хотите вместо меня пойти посмотреть? Нет! Илюша, будь мужиком, иди посмотри. Фух, мамочки. Ну, с Богом. Никит, что ты смеешься? Что там? Девочки, расслабьтесь. Там ничего нет. Я просто прикалываюсь над Илюшей. Илюш! Илюша! Илюша! Илюш, ты Илюша! Где? Илюша! 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 Маш, ты его видишь? Нет, не вижу. Тут так темно. Никит, быстрее, дай фонарик. Мой телефон у Илюши. Так, стойте здесь, сейчас я принесу фонарик. Никит, ты здесь был? Куда он мог пропасть? Я откуда знаю? Когда я там был, там не было куда идти. Ну там и маленький проход. Капец, тут страшно. Аж мурашки по коже. Так, банки, закатка. Стоп. Их же сюда как-то занесли. Значит, тут должен быть выход. О, лестница. Заперто. Помогите!
Куда он делся? Здесь же некуда идти. А я о чем говорил? Нужно что-то найти, чтобы подпереть этот люк и вылезти отсюда. Так, лезть назад не вариант. Там сильно узкий проход. Не работает. Не крепкая, не выдержит. Так. Ну где же хоть что-нибудь? А это может подойти. Так, нужно попробовать. Получилось. Так, оно надежное? Ну, вроде бы надежное. Нужно поскорее вылазить отсюда. Я что, в своей комнате? Вот это подвальчик. Нужно скорее рассказать ребятам. Ксюша, Никита! Ксюша! Ксюша, Никита! Маша! Ребят, ну где все? Что нам теперь делать? Где его искать? Ребята, кого вы ищете? Илюшу! А, понятно.